Trop ça. Нет, открывай, вот я тебе. Как кашку ча. Я не могла тоже снимать сама. И кормить, и снимать. Это надо, чтобы Влад держал. Сейчас. Открывай утик. Ну, давай так. Ну, человечек маленький. Ай-ай-ай-ай-ай, капает, капает уже. Вот молодец. Вот молодец. Вот. Я, конечно, смотрю в камеру. Ну, на ложку. На. Держи. Моя мышка. О, так. Тося, это человек. Да? Прямо как Люся ложка работает. Давай. Оп. Ну. Все или еще? Нормально, сама пошла. Эй, Тося. Ну. Моя мышка красивая. Так, сейчас давай я тебе дам другое. Вообще нормально, сама пришла в домик. Ей очень понравился этот. Папа Вадик гамачок придет, сделает. А ну, вон, смотри. Ну, ты забаррикадировалась? Тося. Я так понимаю, что тебя можно вообще не закрывать. М? Лёлик. А, Лёлик. О, Лёлик, я же огурцы вам не дала. Думаю, что он, Лёлик, гляньте, у Тоси огурцы таскает. Лёлик. Я думаю, что... Сейчас я тебе дам. Не надо у Тоси. Бери, бери, моя мышка, огурчик. Бери, кушай. А то в нашей банде ничем не щелкают. Быстренько отберут всю вкусняшку. Главное, входная дверь, чтобы была закрыта. Сейчас я вам почищу огурчик. Слушайте, друзья, не могу налюбоваться. Села вот это вот и сижу. Постелила ей новую подстилочку. Дверь, вы видите, открыта. Ой, она заснула. Мышка моя. У меня такое ощущение, она много спит. Вот я вчера смотрела. Сегодня, вы видите, сразу заснула. У меня такое ощущение, что она как-то вот в непривычной среде, тихо, никто еду не отбирает, никто ее не колбасит, никто за ней не гоняется, и она отсыпается, набирается сил, очень даже замечательно. Ох, мух. Мама, ой-ой, извините, разбудила. Мух погонять. Дверь открыта.
Мухи налетают. Спит спокойно. Это ей не понравилось. Подстилка эта понравилась, но маленькая. А это, конечно, Люськина любимая. То. И теперь и Тосина будет. Он такое дитё-дитё. Но вы посмотрите, как Маня приревновала. А я думала, будет наоборот. На сухе там прыгают. Ничего, я думаю, недельку привыкнет. Нам важно приучить ее как бы к рукам, чтобы она доверяла, потому что если сразу посадить, ну, во-первых, их знакомить надо, где-то недельки две, я думаю, точно будем так по чуть-чуть заходить, ну, забирать ее, может, и больше, может, и месяц. Вот. Ну, она здоровая обезьянка, челюсть покажем доктору Василию. Нам нужно, когда мы ее будем относить к Степе с Маней в вольер, чтобы она не залазила наверх, да, не пугалась, чтобы она к нам шла на контакт. И для этого, конечно, надо, чтобы она с нами контактировала. Только тогда мы сможем ее с ними насовсем посадить. По возрасту и по размеру она нормально с ними сойдется. Мне понравилась Степина реакция. Он к ней нормально отнесся абсолютно. Вот. Но не так, как мы на сук снимали, наверное, часа три. Поэтому пока она будет жить тут, пока привыкнет, пока поймет, вот, будет жить тут. Но мне прям, ну, никогда такого не было, чтобы у нас был открытый, чтобы был открытый вольер с гамадрилами. Никогда такого не было. Это она вот сутки, как она у нас. И настолько, что она раз сама пошла. Удивительно, дитя. Тьфу-тьфу-тьфу.